Ну, так чего же ждать четверг следующий? Спросим у политологов Тараса Загороднего и Александры Решмедиловой. Они сейчас на связи со студией «Подробности недели». И за это вам, друзья, огромное спасибо. Тарас, начнем с вас. Вот ваш прогноз. Вынесет ли спикер Андрей Поруби представление на всех шестерых депутатов в зал? Или на рассмотрение депутатов попадут только те представления, по которым к четвергу будет позитивное решение комитета? Как вы считаете? Добрый вечер. Но, учитывая общественный резонанс, скорее всего, будут вынесены все депутаты, все шесть депутатов, но позитивное решение, скорее всего, будет вынесено по Розенблату, поскольку было позитивное решение и, скорее всего, дана отмашка снимать неприкосновенность. Ну и, как положено у нас уже давно в политике, в украинской политике, от оппозиционных депутатов, скорее всего, это будет снята неприкосновенность Михаила Добкина. Второй вопрос, насколько эти все дела дойдут до суда и будет ли иметь судебную перспективу. Я сомневаюсь, что они будут иметь судебную перспективу по многим причинам. В том же деле Розенблата я вижу много эмоций, но я не вижу конкретного состава преступления. Мне не понятно, в чем вы обвиняете конкретно человека. Там нет ни ущерба, ни нет ни события преступления, ни состава преступления. И это дело может даже до суда не дойти, оно просто будет развалено средней руки адвокатом, который просто простые вопросы начнет прокурорам задавать. Тарас, ну а в перспективу вот этого движения за снятие депутатской неприкосновенности, за которое сейчас ратуют и народные депутаты, и активисты. Вы верите? Я не верю. Мне вообще смешно слышать какие-то требования снятия депутатской неприкосновенности, потому что, если, например, депутатская неприкосновенность была снята хотя бы там 3 года назад, то нынешние депутаты точно не попали в парламент, а уже сидели в тюрьмах там, да, только за оппозиционную деятельность. В данном случае нету точно 300 голосов, потому что это изменение в Конституцию. Я считаю, что пока у нас отсутствует независимый суд и нет хотя бы закона про следственные комиссии, которые бы уравняли баланс властей, отмена депутатской неприкосновенности приведет к диктатуре в стране. Поэтому я считаю, что, скорее всего, и это точно не будет принято. И считаю опасными все эти разговоры. А те активисты, которые сейчас больше всех кричат о снятии депутатской неприкосновенности, не понимают одного, что первыми придут к ним и будут, скорее всего, сажать по преступлениям, которые не связаны с политической деятельностью, они будут просто под Понятно, Тарас, понятно. Ваше мнение ясно. Спасибо. Александра, теперь вопрос к вам. Скажите, смогут ли, как вы считаете, депутаты на следующей неделе принять хоть какие-то существенные решения? Напомню всем, 4 всего пленарных дня осталось до каникул. Или вся неделя пройдет вот в этих спорах о депутатской неприкосновенности и закончится пшиком? Добрый вечер, студия. Однозначно будет ясно, что вынесено на пленарную неделю только в понедельник после заседания согласительного совета. Также не последний фактор – это приезд на выходных Рекса Тиллерсона, который тоже может внести некий дополнительный фактор в повестку дня. Среди пока анонсированных инициатив, которые могли бы быть интересны под куполом, это, возможно, закон о высшем образовании, хотя его должны вынести в первом чтении во вторник и во втором чтении в четверг. То есть уже достаточно много времени потратить на него. Там есть один момент. Профильный министр Лилия Гриневич будет настаивать на этом законопроекте. А вот сам Гройсман, премьер-министр, считает, что сейчас нету достаточного финансирования для воплощения таких инициатив. Так что здесь есть накладка. Также интересные реформы, которые нам представляли как суперважные, это земельная реформа, пенсионная реформа, явно будут отставлены в сторонку. Интересно еще, дойдут ли руки до переформатирования понятия АТО, но здесь нужно будет дождаться все-таки позиции Совета национальной безопасности. Они тоже еще не до конца сформулировали свою позицию. Ну, не первый раз мы можем увидеть и на следующей неделе, как в последний момент перед отпуском принимается куча важных для страны решений, а страна потом будет в изумлении смотреть на это все и думать, как же с этим жить и как это все переваривать. Спасибо, Александра Решмедилова, Тарас Загородний, отвечали на мои вопросы. Мы продолжаем эфир.